А перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру Барвиха РП Мобайл. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий, и тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. В общем, дорогие друзья, наступило 1 сентября, а это означает, что началось новое, собственно говоря, новый учебный год, поэтому всех могу поздравить. Наверное, не каждый из вас сейчас веселится и радуется, кому-то грустно, но я считаю, что нужно наоборот улыбаться, дорогие друзья, потому что скоро, в любом случае, там сентябрь-октябрь начнутся каникулы осенние, потом новогодние, все будет четко, и потом опять лето, поэтому лайк на удачу, и твой год пройдет просто отлично. Ну а сегодня мы займемся BMW i8. Как вы могли понять, дорогие друзья, сегодня я хочу узнать, сколько стоит эта машина на БУ рынке, за сколько ее вообще можно продать, что вообще она будет из себя представлять и прочие вещи. Потому что, если я не ошибаюсь, я купил ее за 13 миллионов, вложил в нее где-то еще миллионов, так сказать, 7. И эта тачка сейчас стоит 20 миллионов, потому что, во-первых, она имеет внешний детейлинг тюнинг, то есть она имеет вот такие вот незаводские бампера, пороги, собственно говоря, фонари, задний вот каркас, как видите, все идет в новом окрасе. То есть также у нас еще имеются вот такие вот спойлера необыкновенные, просто вот замечательные, и прочие вещи. Ну, в общем, ребят, я эту машину довел до ума максимального и сделал ее такой, какой, я считаю, должна она быть. Во-первых, она и летит теперь очень быстро, почти 400 километров в час максимум. И мне эта машина безумно теперь нравится, она реально... Могу заявить, что она одна из самых крутых. И сейчас мы поедем специально ради этого на авторынок, чтобы узнать, за сколько ее можно продать на сток и будут ли желающие покупать эту машину. Я, конечно же, рассказывал в ролике, что я хочу ее подарить подписчику, но сейчас, время, в которое я снимаю, это уже более вечер, подписчики все, которые хотели ее получить, пока что не отвечают, и я не смог записать данный видос о том, как я подарю. Поэтому... В любом случае, мы можем снимать также дальше подписчиками, роликами, но, как видите, сейчас, ну, видимо, никто не захотел, видимо, в 9 вечера все спят и либо подготовятся к школе. Ну ладно, ничего страшного, я думаю, посмотрим, возможно, я ее и не продам, а оставлю на следующий ролик и подарю подписчику, поэтому давайте накидаем много лайков, и тогда я выберу какого-нибудь победителя среди тех, кто напишет мне во ВКонтакте. Поэтому, ребят, пока мы будем ехать до авторынка, я бы хотел задать вам очень крутой и интересный вопрос. Почему вы до сих пор не играете в Барвиха РП Мобайл? Ведь это очень крутая и интересная игра на твой Android телефон. Не обязательно иметь мощный смартфончик, достаточно будет даже самого слабого Honor, Samsung, Huawei или что у вас там, абсолютно разницы нет. Главное, чтобы был Android. Просто переходи по ссылочке в описании, качай абсолютно бесплатную Барвиху РП Мобайл и заходи на 4-й сервак, где играю я. Подключайся и начинай кайфовать, потому что это та же самая GTA San Andreas, только с русской картой, где есть, собственно говоря, магниты, Макдональдсы, вкусная точка и прочие вещи. Потому что, ребят, ну вот он, ребят, Макдональдс, зашли, там вкусная точка, покушали Гранд Бургер, какие-нибудь штучки, дрючки, ну реально кайфово. А также, дорогие друзья, чтобы сразу же получить много денег, потому что, ребят, деньги в этой игре вам понадобятся, потому что в ней очень много различных машин, как и русские, как видите, шестерки, четырки, как и BMW i8. Тачек реально очень много, поэтому, чтобы сразу получить деньги и получить, чтобы купить какую-нибудь тачку, для этого вам, ребят, смотрите, что нужно сделать. Когда заходите в игру, вам нужно будет в чатике написать слэш, потом MM, и вот так открыть меню игрока. И вот тут во вкладке, собственно говоря, 9 промокоды, вам нужно открыть первую вкладку промокод от ютубера. И вот сюда ввести секретный чит-код, хэштег личи. С помощью этого вы получите действительно очень много денег и кайфанете. Вот просто максимально, я вам отвечаю. Так что с ссылочка в описании, качайте, играйте, думаю, что будет все четко. Но мы уже приехали на авторынок, давайте заценим, глянем,
вообще за сколько можно продать эту машину, потому что я ее покупал за 13 лямов, вложил в нее еще несколько, и она стала действительно очень крутой, богатой. Я думаю, что сейчас покупателей на нее будет очень много, будут все подходить, хотеть ее купить. А я немножечко неаккуратно ездил, но я хочу спрятаться, чтобы меня не трогали вообще. Теперь я пишу sell car и смотрим, дорогие друзья, что может получиться. Нам предлагают продать ее за 6,5 миллионов рублей. Да, ребят, то есть вот 1000, 10 тысяч, 100 тысяч, 6,5 миллионов рублей и 50 тысяч. Но на самом деле эта цена в два раза меньше, чем она стоит. Я уверен, что эта тачка, ну действительно, нет смысла ее продавать за такую сумму. Я лучше ее подарю кому-нибудь из подписчиков. Потому что, ну если бы она даже дороже была, но я обещал. Поэтому, ребят, пишите в комментариях. Я думаю, что мы с кем-нибудь договоримся. Ну а тут давайте глянем, будет ли кто-нибудь покупать или кто-нибудь вообще захочет ли подходить и смотреть данный автомобиль. Но он на самом деле действительно классный, но пока что никто на нее не хочет даже смотреть. Жалко, конечно, но не знаю так почему. Видимо, все, может быть, заняты своими делами, все как-то вот обсуждают свои там тачки. Никто не подходит к моей BMW i8. Ну, видимо, реально, может быть, не знаю, может быть, нет никакого желание у игроков, хотя тачка действительно крутая, и я думаю, что вообще могли бы найтись покупатели на нее, но почему-то вообще нет желающих. Странно, странно, дорогие друзья, потому что тут машины все довольно-таки... О, меня кто-то уже узнал, личи, а купи, что-то там хотят, чтобы я у них купил, видимо, но мне смысла нет это делать, я не хочу ни у кого ничего покупать. Они хотят, чтобы я купил у них шестерку. Странненько, конечно, но нет. Дорогие друзья, шестерку я, по крайней мере, сейчас точно не хочу покупать. Но да, ко мне никто не подходит. Странно, дорогие друзья, странно. Тачка действительно очень интересная, очень сильно заманивающая, но почему-то никто за мной не бежит. Странно, 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 но вот уже кто-то вроде бы подходит. Саша Синдикат 12, вот первый человек, кто попросил промокод. Давайте спросим, какую цену он хочет. Но я, если что, ему скажу, что цена у меня будет, ну, пускай 15 лямов. Все, он убежал сразу же. Сколько? Я напишу 15 лямов, но я думаю, что никто не захочет за эту сумму покупать тачку. Вот так вот. Но она реально этих денег стоит. Ну вот, все, уже начали подходить, начали суетиться, начали узнавать что-то там. Ты что, еще ютубер? Опа, начали меня узнавать. Но... конечно же, это, в принципе, возможно. Но вот, как видите, прыгают, что-то там делают, суетятся и хотят, чтобы я у них им дал что-то. Но я считаю, что я не буду им продавать. Давайте посмотрим вообще на их реакцию, что они вообще могут предложить. Но я думаю, что это все будет не так, как круто. Потому что все не захотят ее покупать. 15 лямов никто не захочет находить. А за другую сумму я как бы не особо хочу покупать. Цена, напишу 15 миллионов, вот так вот, миллиме, вот так, посмотрим, что он вообще, пневмо нету, нету, вот таким вот образом. Да, ребят, как видите, реально никто, все, ну все интересуются, ну короче, вариант продать есть, то есть, в принципе, тот чувак смеется, за 15 лямов не хочет продавать, но за какую сумму, чуваки, я не знаю, потому что она абсолютно новая, в ней ничего нет, ну вы сами знаете, какие я видеоролики снимал, я показывал, что в ней такого, поэтому я считаю, что 15 миллионов она точно стоит, но, как видите, покупателей и желающих на эту тачку есть, но они хотят подешевле, не такую сумму, как я. Поэтому я считаю, что лучше эту тачку подарить кому-нибудь из подписчиков, потому что, ну, смысл продавать ее за 5 миллионов. Поэтому, ребят, в принципе, на этом все. Если вам ролик понравился, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, пишите свои крутые комментарии и кодовое слово в этом ролике, пускай будет авторынок. Все, кто напишет слово авторынок, обязательно попадет в мой новый следующий видос. Но с вами был, как всегда, я, ваш любимый Личи, и всем до скорых встреч!